Исполнительная служба, откройте. Рейд коммунальщики начинают с этой квартиры по улице Щипачева. Хозяин должен водоканалу более 5000 гривен. Задолженность по нашему предприятию, заводу 5700. Не платят на протяжении, наверное, с 2007 года. Сейчас взыскание идет только с пенсии. Хозяину этой квартиры неоднократно присылали повестки, но реакции на письма так и не последовало, говорит государственный исполнитель. Значит, понятно. Сейчас мы будем производить вскрытие двери, так как должник не реагирует, двери не открывает. Приступаем. Представители ЖЭКа, подойдите, пожалуйста. Двери открывают с помощью автогена и лома. За теплоснабжение, газ и воду хозяин этой квартиры должен 20 тысяч гривен. У него изъяли 2 телевизора, DVD-проигрыватель и музыкальный центр. Во время погрузки бытовой техники объявился и сам должник. Здесь я прописан, понимаете, здесь живет одна мама, пенсионер. Все, я здесь не живу, я живу с женой, у меня там ребенок, понимаете, ну... Вернуть имущество хозяин квартиры сможет после того, как рассчитается с коммунальщиками. На это ему дается 10 дней. Если в течение этого времени не заплатит, бытовую технику продадут на аукционе. Инга Лапикова, Евгений Красюков, «Панорама».